Надо спросить продавец, может быть, отдать в работу. Значит, у нас с вами был вопрос первый. Это я с вами разговаривала, говорила, что у нас не хватает одного решения. Да, это вы, это другая, правда, уже женщина со мной разговаривала, не вы, оно и правда. Ирина, да? Ирина, вот с Ириной мы разговаривали. Ну, потом я вам звонила, мы еще плохо друг друга слышали, то есть вы меня слышали хорошо, а вы все время у меня куда-то пропадали. А Ирина тоже самое, да? Говорила. Да. Это была я, да. Это были вы, ну, это как-то... Значит, где-то у вас связь все-таки гуляет очень сильно. Возможно. Раз все звонят и плохо вас слышат. Так, значит, у нас не хватало решения, потому что завещание признавалось недействительным. Да, вот я его привезла. Вы вот его привезли. Да, пожалуйста. Значит, завещание не нужно. Это я просто завещание. Завещание вы принесете, когда будете получать свидетельство о праве на наследство. Это на квартиру? Это на дом. Это на вот дом. Ирина меня просила. Скажите, пожалуйста, еще какой-нибудь документ есть на дом? Вот кроме вот этого. Как какой-нибудь еще? А какой вас интересует на дом? А вот этот вот. Свидетельство о праве на наследство. Свидетельство о праве на наследство? Когда-нибудь видели такой документ? Думаю, что нет. А зачем вам этот документ? Затем, что это правоустанавливающий документ. Это понятно. Если бы у меня этот документ вообще отсутствовал, у меня было бы завещание. Все равно надо было бы это оформить. Понимаете, да, наличие завещания, но, как говорится, не освобождает от вас от обязанности предоставлять оригиналы правоустанавливающих документов. Сейчас Елена Константиновна подойдет, мы с ней будем уже сейчас по вот этим документам смотреть, потому что, в принципе, копии есть все. То есть я говорила вам, что я разобрала все по кучам и все такое. То есть копии есть все. Меня интересуют вот кое-какие моменты. Так, отказать. Замечательно. Вы снимите копию, оригинал мне, так скажем. Вот этот? Да, да. Это мой оригинал, вот как в прошлый раз я привозила два, вы сняли копию, оригинал мне отдали. Так, что касается объектов, значит, у нас с вами там земельный участок, насколько я понимаю. Вы знаете, давайте с денежных средств, потому что могу ли я сейчас получить денежные средства? Сейчас вы не можете получить ничего. А почему? Потому что свидетельство надо готовить. Нет, хорошо, а свидетельство нужно готовить, а вот денежные средства могу я получить, которые, на которые не было завещания, но которые по закону. Вы меня слышите? Да, хорошо, это просто вопрос. Я говорю, что свидетельство, любое, как сказать, то имущество, которое вы заявили в составе наследства, значит, разумеется, вы получаете на него документы от нотариуса на каждый объект. На землю, на дом, на деньги, на квартиру, неважно. Это все объекты, которые подлежат наследованию. Значит, для того, чтобы вы получили свидетельство, его нужно подготовить, чтобы вы получили на основании этого свидетельства деньги в банке. Понятно, хорошо. То есть у нас, как правило, наследники звонят и говорят, а можно я вам, я приду там такого-то числа, и к этому числу мы готовим документ, наследник приходит, получает документ, допустим, в вашем случае деньги, вы идете с этим свидетельством в тот банк, в котором эти деньги хранятся. Угу. Это понятно, да? Понятно. То есть, если вы сейчас готовы сидеть и ждать, когда я все это напечатаю, Богу ради. Да, хорошо, свидетельство на деньги я хочу получить сегодня. Хочу получить сегодня. Да. Хорошо. Да. Так, я понимаю так, что мы сегодня с вами получаем свидетельство на деньги. Если я не ошибаюсь, там было два банка заявлено. Да, два банка у меня было заявлено. Сбербанк и Балтийский банк. Да, вы мне давали, банка. Я приезжала. Я помню, запросы, да, вот, я его отвозила. Да, все вот есть, все это да. Было так давно. Хорошо, сейчас паспорт есть у вас с собой? Да, да. Давайте, вы знаете, паспорт. Что еще? Вы знаете, я хочу оформить доверенность на Василия Валерьяновича на оформление. Мне нужна доверенность на оформление документов на мою собственность, вот которую я буду оформлять. Половина дома, половина участка, половина моей квартиры, половина вторая, ну, одна вторая мне принадлежит. У вас, я знаю. Вот, я хочу такой документ, доверенность на Василия Валерьяновича Обухова, чтобы он это мог взять
так скажем, для меня это оформить, да? Я взять все документы, доверенность, да, на доверенность, оформление, да, прав. Да. И также приехать к вам, например, да, и знаете, и приехать, например, к вам в следующий раз за какими-то бумагами, чтобы вы ему выдали. Вы меня поняли, да? То есть да, вот да, такое, да, вот такая вот полная, не то что полная, а вот на вот эти вот действия, эти действия, да, которые значит, я вот следующий озвучила. Вопрос. Значит, вернемся сразу к документам, чтобы у нас не было потом с вашим хорошо. Представителем никаких там, а то не понимаю. Всякое бывает, да. Вот этот документ вы когда-нибудь видели в оригинале? Да, у меня есть в оригинале. Он у вас есть, да. Отлично. В оригинале. Дальше. Значит, по земле вопросов никаких нету. Землю, вот все тут, выписка есть, все. То есть мы можем с вами землю получать. Ну, придет уже ваш представитель, я так понимаю. А вот это что за документ? Это когда на дом. Мы на сейчас дом. К нему вернемся, да. Значит, с квартирой тоже вопросов никаких у меня нету. Здесь договор передачи в собственность у вас есть. Да, с вот таким есть. Вот свидетельством. Оригинал все это есть. Оригинал. Замечательно. Забывайте, да? Да, оригинал да, у нас у ваш есть. Представитель приносит на получение свидетельства. Угу. Значит, выписка есть, здесь все хорошо, все зарегистрировано. Вопрос с домом. Да, с значит, домом. Вот, Елена Константиновна сейчас будет решать эти ваши непонятные моменты. Хорошо. Вот это вот оригинал, вот это вот копия у нас лежит в деле. Вот есть такой документ. Да, был такой значит, документ. Вот такой документ. Значит, это, как я так понимаю, что это о государственной регистрации права свидетельства. Значит, этот документ, он является правоустанавливающим в одном флаконе. И то, и то. Да. Едем дальше. Значит, в свое время, когда у нас еще была такая практика, мы заказывали выписки из ЕГРП в еноте, помните, да? И здесь, по поводу этого домовладения, есть вот такая информация, что зарегистрировано за Юрием Анатольевичем 1/2 и за Виктором Анатольевичем. Это брат, наверное, да? Да, это брат. Значит, да, тоже зарегистрировано 1/2. Все как бы понятно. Угу. Только здесь у Юрия Анатольевича номера регистрации нет, а у Виктора Анатольевича есть. Но мы нашли выход из положения, мы заказали вот это вот онлайн угу. недавно. Угу. Да, это Виктор Анатольевич, это угу. Юрий Анатольевич. Ну, угу. логично. Понятно. Выписку из ЕГРН заказать невозможно. Дом не стоит на кадастровом учете. То есть, кадастровый номер есть, но вот в таком виде. Понятно, что сейчас это, вот, ну, это старое вот это вот. Ну, у нас же другого варианта нет. Другого варианта нет. Вот я хотела сказать. Слушай, у нас же было. Мы что-то писали, вот. Помнишь, запросы они как-то ставили на кадастровый учет. Помните, а? Нет, у нас, помните, было письмо из Росреестра, что отсутствие кадастрового номера не является препятствием для выдачи свидетельства о праве на наследство. Это Росреестр нам писал. Угу. Вот просто меня... когда будут регистрировать, надо вот. Это там у меня сразу задать этот вопрос, и может быть там можно сделать это одновременно? Можем ли мы выдать при таких вот раскладах вот не выдавать? Ну, никаких. Не знаю, никаких. Дом не стоит на учете. Сейчас наследнику ничего не сделать, потому что это не его собственность. То есть у нас только да. такая вариация указывает старый кадастровый номер, вот этот вот, да? Мы сейчас, мы сейчас не можем заказать выписку, нам не выдадут, потому что нет кадастрового учета. Я и так, и сяк, и по-разному. Дом просто не взят на учет на кадастровый. Земля взята, а дома нет. Я не понимаю, как такое возможно, но тем не менее, как это? Он просто очень старый, после войны он строился. А дело не в этом, старый, новый, это просто какой-то вот момент такой непонятный. Я думаю, что давайте выдадим, а если у вас будут там какие-то отказы, значит будем эти отказы дальше решать. В суд. Значит, вот этот документ можете пока убрать, у нас копия пока остается, сейчас мне еще копию решения надо снять. И сегодня у нас Татьяна Юрьевна хочет получить свидетельство на деньги. Но сегодня уже ничего не выйдет. Ну, они согласны подождать? Нет, да, возможно на деньги, да, вот получить. Ну, просто очень хотят. Да, то есть на это нужно 2 года, ведь я уже мы выдавали же Александрову, да? Александрову выдавали. Да, я вы знаете, я тогда подъехала, вы сказали, что, вы знаете, вот он подал в суд, это было очень давно. Помню. Вы да, помните, да? Да, все это помню. Ну, очень да. хорошо. Не долго, сейчас, да, я тогда это самое... Я так ничего не получила тогда. Доверенность. Да, и доверенность еще, вот я хочу... Татьяна Ильина, а вам доверенность очень сильно нужна? Нет, послушайте. А, на оформление вот этих всех бумажек и документов. Так о чем, какие бумажки? Вам осталось только один раз сюда прийти?
прийти, получить все свидетельства. И все, да? И все. И больше ничего не надо? Нет, нет. Сейчас мы делаем на деньги. Сейчас мы только что... на деньги делаем. Потому что там еще люди. Да. Значит, послушайте, сейчас вы... я бегу. Хорошо. Делаю два свидетельства на деньги. Вы с этими свидетельствами идете там в банки, получаете эти деньги. Вам здесь нужно будет появиться еще один раз в тот день, когда вы сейчас мне скажете, чтобы вы получили на квартиру, на землю, на дом документы. Все. Да? С нами вы работу заканчиваете. Да.